12 апр. РИА Новости. Тысячи граждан вышли на улицы больших городов Румынии, выступая против правящей коалиции. Премьер-министра Виорики Данчиле, председателя Палаты депутатов Ливию Драгни и руководителя Сената Калина Попескута Речену, сообщает Медиафакс. Несколько тысяч человек протестовали в субботу на площади Победы, обвиняя коалицию социал-демократической партии, СДП, и альянса либералов и демократов, АЛЬД, в невыполнении предвыборных обещаний и отдалении страны от европейских и демократических стандартов, отмечает агентство. Антидемократическими действиями СДП и альт-организаторы считают, в частности, изменение Уголовного кодекса, требование заменить руководство Национального антикоррупционного управления, изменение законодательства без публичных консультаций, пересмотр законов юстиции, очернение некоторых европейских институтов. Протесты в разных городах страны были организованы при помощи групп в социальных сетях, где распространялись призывы выступить против правительства и лидеров правящей коалиции, председателя Палаты депутатов Драгни, возглавляющего СДП, и руководителя Сената Попескута Речену, который управляет АЛП. Также люди требуют отставки Данчиле, которую на пост премьера выдвинули социал-демократы. Президент Клаус Йоханнис высказал журналистам предположение, что люди вышли на улицы, потому что недовольны. Гражданское отношение очень важно, чтобы вернуть этих правителей ногами на землю, цитирует президента Медиафакс. По разным оценкам, в Бухаресте на протест собрались от 5000 до 7000 человек. В городе Клуж протестовали более 300 человек. Столько же вышли на площадь в Тимишоаре. Около 200 протестующих насчитала полиция в Ясах и Брашове.